Окей. Все или ничего? Давайте. Эй, друзья, всем БГГшечки, всем море приветов, Нептун здесь. Сегодня мы вновь поиграем в Buckshot Roulette. И в этом видео я бы хотел, друзья, посмотреть на режим все или ничего, или режим дабл или ничего. Ну, это режим, который, по идее, можно открыть при помощи таблеток. Все, я закинул с таблетками, сейчас нужно будет идти пробовать, что это за такой режим. Видосик сегодня планирую делать коротеньким, небольшим, не хочу его растягивать, возможно, даже немножко сделаю монтаж. Также я пробовал вводить разные варианты имен, тоже вроде как особо эффекта это не возымело. А колдовать там, искать какие-то пасхалочки с этими именами, мне это особо не интересно. Также я заметил, что таблетки дают нам оружие с самого начала игры. Собственно, давайте мы, раз у нас год не получилось, введем год, боги. Я буду играть за богов, богов. Я выступаю от лица богов. И, конечно же, ничего не произойдет. Секретные концовки, друзья, я тоже здесь, если честно, не нашел. По-разному я переигрывал. Есть вроде как какие-то пасхалки, если по-разному называть. Гос. 4. Так, 3 на 3. Интересно. Ну, интересный режим. То есть, получается, он как бы без уровней, да? Или с уровнями? Угу. Такое себе. Могло быть и лучше. Но мне дали неплохое поначалу. Ну, скорее всего, там сейчас уже боевой. Вроде как, окей. Теперь там 3-3. От того, что здесь какие-то имена прописывают, ну там какие-то мелкие пасхалки, в принципе, они роли особо не играют, мне они не очень интересны. Я думал, что будет какой-нибудь реально прям секрет, но по сути в игре, по сути, да, если взять, а основу, то в игре всего лишь две. Вот дебил кусок. Две концовки. Это хорошая, когда мы получаем деньги и спасаемся, и плохая, когда мы проигрываем и попадаем в какое-то, не знаю, чистилище душ этого молодого человека. Собственно, так и живем. Мне тоже не фрутануло, ну что поделать. Интересный режим, давайте попробуем вот играть. Наручники, сейчас буду приковывать твою сраку. Так, 4 холостых, 3 боевых. Готовь свою попу, буду приковывать тебя к столу и буду мучить тебя дробовиком. Да? Или не так? Так, лады. 3 против 2. Даже не знаю, что мне сделать. Давайте в себя. По-любому там холостой. Вот по-любому. Дарям-пам-пам. Теперь. Там 3 боевых, 3 холостых. 50 на 50. Давайте прикуем этого молодого человека тоже к столу. И, возможно, мы можем сейчас все это закончить, если мы используем нож. И сделаем ему 2 выстрела. По-любому там боевой, да? По-любому, по-любому. Игра же честная, справедливая. Бам! Размочили ему голову. Бу-га-га. Тактика сработала, в принципе, неплохо. Боги выиграли. Второй этап. Самый интересный. Жгучий. Ну да. По 3 жизни, странно. Так, 2 холостых, 1 боевой. Это любопытно. Это очень любопытно. 2 холостых. Тут и 1 холостой. Не, подожди. 2 холостых, 1 боевой, да. Ну, значит, это холостой. Да? Теперь давайте выпиваем банку. И понадеемся, что сейчас мы сбросим именно холостой. Да, значит, там остался 1 боевой. Соответственно, рубим с плеча. Сейчас мне просто повезло. Если был бы боевой, то я просто шмалил в себя, да? Бум! -2 жизни. Чего на меня смотришь, собака? Не ожидал такого поворота событий, да? Так, еще набираем. Ну, хоть лупу дали.
И куча наручников. Так, 4 на 4. 4 боевых, 4 обычных. Давайте мы прикуем этого молодого человека. Нам нужно совершить один патрон, даже без усиления. Поэтому понадеемся, что 2 выстрела. Ладно, класс твой. Понадеемся. Что? Ну, вы поняли, что сейчас там боевой. Ну, 2 раза холостых, это будет слишком, друзья. Ладно. Окей. Теперь там 4 боевых, 2 холостых. Сейчас будет боевой, понял. 3 боевых, 2 холостых. 2 боевых, 2 холостых. Что он творит? 1 боевой, 2 холостых. А кто собака? Ну, там, допустим, холостой. Тогда будет круто. Нет, не будет круто. Я же прикованный. Вот, вот сейчас там боевой. Ты что, дурак? Подождите, как так получилось? Я что-то неправильно считаю? Окей, это странно. Значит, я что-то неправильно считал. Ладно, это интересно. Игрушка приобретает некий интересный ход, где у нас ровно поровну. Но он все предметы заюзал, а у меня еще осталось куча всего. Уж один урон я ему точно смогу нанести. Мне бы еще пачку... А, пачку есть. Я думал, перестали давать. Так, 2 холостых, 1 боевой. Ну, такое себе, друзья. Такое себе. Давайте мы прикуем этого молодого человека наручниками. Все, сиди и не рыпайся. Понадеемся, что там боевой. Нет, собака. Ладно. Сидеть. Давайте глянем. В себя или не в себя? В себя. Окей. Значит, в себя, раз там холостой. Это дает нам право на еще один ход. Там остается один боевой, мы шмаляем прям по нему. До свидули, дилер. И второй уровень за мной. Все, в крови. Фух. Мощно. Боги выиграли. 3-й этап. Кстати, это не значок смерти. Раньше на 3-м этапе, помните, были эти черепа и кости? А теперь, что будет, если я 3-й уровень затащу? 2 пачки, это неплохо. В принципе, неплохой набор. По 4 жизни. Так, 2 холостых, 2 боевых. Ну, друзья, давайте посмотрим, что будет, если я выиграю. Так. Тебя. Раз уж так, возможно, повезет. Почему? Ладно, похеру. Еще отыграюсь. Ля, какой крыс, смотри, смотрит через стеклышко свое, а? Чего тебе интересно там, а? Бери каку, брось каку, говорю, брось! Брось свой мерзкий нож. Ладно. Промажешь по-любому, там... Нет. Он же посмотрел, он не мог промазать. Ну, точнее, там не мог быть холостой. Эх, у меня всего одна жизнь осталась, друзья. У меня могут спасти мои пачки сигарет. Типа, сами понимаете, что у меня только выжить есть один шанс. Это потратить все пачки сигарет. Что самое странное, курит он по одной сигарете, хотя в пачке там их куча. Почему сразу, не знаю. Не все жизни восстановит. Так, давайте посмотрим, что у нас там по патрончику. Холостой. Но значит, только в себе. Но он слишком поверил в себя. У него 4 жизни, у меня 3, это несправедливо. Так. Возможно, теперь там боевой. Давайте просто скрестим пальчики и зажмем кулачки. Или и то, и другое. И... Собака, что я сотулая, а? Ну, игра, ну какого хрена? Ну, сжалься ты надо мной. Будь справедлива ко всем. Ах, ладно. Наручники. Жопа будет прикована к дивану навечно. Ну и нож, ну сойдет. 2 боевых, 2 холостых. Все. Подумай о своем поведении, будешь прикован навечно. Ну и теперь, сначала... Ладно, попытай удачу.
Вау! А это точно я? Типа, на меня это не похоже. Обычно, когда я стреляю в него, всегда холостой какой-нибудь. Все, сиди, сиди, не дергай ручками своими. А теперь, может быть, в меня? Холостых-то больше. О! О! Вот всегда бы так. Давайте. Понадеемся, может, повезет. Да ладно! Вот теперь там точно боевой. Вот там по-любому. Так, еще должен быть один холостой, но боевых больше. И проверим мою удачу. Смогу ли я снять ему две жизни? Балдеж! Истинный, бесповоротный. Теперь только один выстрел ему сделать какой-нибудь удачный, и все. И на этом уровень будет завершен в мою пользу. Че там у нас? Лупа и пупа, нормально. Две лупы и пупы. Так, три боевых, три холостых, друзья. У меня целых две лупы. У него, в принципе, тоже. Но мне кажется, что у нас есть все шансы победить. Нам нужно всего лишь нанести ему один, единственный сокрушительный удар и посмотреть, что будет. Холостой. Окей. Чик. Так, теперь давайте ему прикуем молодого человека. Этого мерзкого колобка-убийцу. Туда. И... сделаем выстрел. Один. Бум. Ну все, вот я его убил. Что будет дальше? Швайты. Швайты. Что это, очки? Двойное или ничего? Окей. Все или ничего? Давайте. Что это такое? А, то есть то же самое, только... Подождите. Значит, двойное или ничего? Фига мне дают вещи. Не совсем понял, что за режим. 50 на 50. Ну, допустим. Ну, очень-очень даже допустим. У него две лупы. У нас почти полный одинаковый набор. Так, боевой, да? Ну, значит, давайте его с одного раза и вынесем. Раз уж такое дело. Аривидерчи, дилер. Все или ничего. Боги выиграли. Второй раунд. То есть, подождите, я сейчас третий раунд сделаю. У меня опять будут очки, и потом я буду еще раз, наверное, выбирать. Ну, такое себе, на самом деле. По одному предмету дали. По три жизни. Нормально. Два боевых, два холостяковых. Давайте. Ой, ну, давайте попробуем нашу удачу на крепкость. Какая неплохая удача. Теперь там один боевой, один... Нет, почти два боевых, один холостой. Ну, блин, опять же, ну, вроде как методом случая должен быть боевой. Поэтому давайте сейчас шмальнем. Вот теперь на два боевых. Вот эти моменты меня в игре дико бесят. Это вроде должно быть больше случаев. Боевых. Ну, то есть, с большим шансом должен выйти боевой, но он всегда не выходит. Он всегда делает... и делает мне холостой. Зараза какая. Так, банк, нож. Ну и нахрена мне все это дело. 3 на 3. Так у него, вон, смотрите, у него пачки сигарет есть. Он покурит и все. И будет у него все зашибись. Давайте уж добьем себя и наконец-то закончим эти мучения. Ну да. Careful now, careful. Да-да-да-да-да. Давай. А чего ты он уходит? И нафига ему вот эта хрень? Он мне с одного удара может и без усиления убить. Странный какой-то. Б
И он еще и не покурил. Давайте уж я добью себя наконец-то. Да ты издеваешься. Ну теперь-то там боевой, по-любому, да? Поэтому давайте резать наше дуло. Сделаем краткоствольный обрезик и шмальнем прямо в него. Правильно? И убьем его. Нет, не убьем. Блин, бесит меня это все. Мне эта игра начинает раздражать. Мне бесит, когда должен быть боевой, но он не стреляет боевым. Давай, добивай уже. Все, наконец-то. И в итоге мы начинаем полностью сначала, да? Да, полностью сначала. То есть это режим такой, при котором ты ничего не получаешь. Ты должен идти до последнего. И в конце можно забрать деньги. Но если ты выбираешь играть дальше, то играешь до следующего выбора. Если проигрываешь, то начинаешь полностью сначала. Довольно хардкорный режим, рассчитанный, видимо, на бесконечное прохождение и на удачу. И кто дольше будет выживать, больше заработает денег, тот, наверное, поставит самый крутой рекорд. Ну, вроде как режим примерно такой. Можно как-нибудь чисто ради прикола на стриме, например, поиграть. Но я уже наигрался. Пока что в формате видосов. На этом все. Большое спасибо за внимание, друзья. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Непременно подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой дзен, на мой бусти, на мой дискорд-сервак. Все ссылочки найдете в описании. Всем пока-пока.